такая штука. На этом фоне можно купить рок-н-ролл. На этом фоне можно купить парижский пирожков. На этом фоне можно купить все, что угодно. Это как бы абсолютно подожжение. Нет, только базовое понятие. Чем больше нота по размеру, тем легче из нее извлекать звук. Вот чем меньше, тем сложнее. Вот одни ноты более чувствительные, некоторые там менее чувствительные. Ну, более яркий звук это какой?